Я действующий редактор журнала «Эль Италия». Меня зовут Адриана Дилелла. Я отвечаю за интервью и за работу в сфере моды. Мне очень нравится Беларусь, и мне интересно в первую очередь Восточная Европа, потому что здесь мы какая-то культура, она более чистая, поэтому мне всегда интересно наблюдать за тем, как мода развивается именно здесь. Из всех показов на данный момент мне понравилась больше всего «История Naturalis», потому что она проявляет такой осознанный след в развитии моды, а за этим будущее. Поэтому мне очень понравилась эта коллекция. Наша коллекция называется «Посадите свои семена». Это коллекция про нелегкий творческий путь, когда от идей проходит такое сложное время, когда мы не знаем, во что в итоге перерастет наша творческая фантазия, и у нас много сомнений, и для нас это терни. И таким образом мы доходим до звезд, это такие творческие муки, и в итоге мы должны оставить свой след в истории искусства либо творчества.